Завтра в Якутске состоится совещание руководства Всероссийской политической партии «Единая Россия», в котором примет участие исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В столице республики он проведет встречу с руководствами дальневосточных региональных отделений, в том числе и с партийным активом Якутска. Нас радует, что это ознакомление, в целом его первая рабочая поездка начинается с нашего субъекта. Ну и мы сегодняшнего дня принимаем гостей наших коллег-дальневосточников, однопартийцев. Сегодня уже с ночи, с 2 часов ночи прилетели в Сахалин, и так все дальневосточники к 22 часам сегодняшнего дня соберутся. И завтра в рамках совещания с генеральным секретарем пройдет обсуждение, именно знакомство с новым руководством партии, и затем планируем выезд в ближайшие улусы, где на месте будут рассмотрен ход реализации партийных проектов.